Закупить лекарства для тяжелобольных требовали и в Черновцах. Собрались возле обл.администрации, в руках держали плакаты и списки тех, кто умер от СПИДа. Именно ВИЧ-инфицированные, обеспеченные медпрепаратами, хуже всех. В области лекарств уже практически нет. Под конец акции участники написали требования к правительству провести, в конце концов, тендеры на закупку медпрепаратов. Государство взяло на себя обязательство обеспечить всех людей ВИЧ-инфицированных лекарствами. Оно взяло, оно должно выполнять это обязательство. Если не будет ліків, ВІЛ-инфекция, она такая штука, которая начинает мутировать, и человек без ліків просто-напросто помирает набагато швидше.